Блин, я прям давлю гусеницами. Эпик, машина разлетелась просто. Нельзя здесь ходить никому. Ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Куёка. Как всегда, отличные пацаны и подписчики. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Сегодня мы будем захватывать полицейский участок. Если опять кушайте, приятного аппетита. У нас веселая серия, перестрелки и мочилово. Погнали, ребята, ну что? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Ху-ху-ху-ху. Оружие можно менять? Можно. А не, нельзя. Так, я наших мочить не буду. Так получается, мы на этой машине сейчас сможем захватить полицейский участок и оборонять его, да? Да. Отлично, пошел отсюда, щенок. Дима, она еще и плавать умеет. Вообще, смотри, живая мишень. Ого, кто-то... Что это за ракета у нас прилетела? Это реактивная. Прикольно, так давайте сделаем от первого лица. А, нельзя. Да, тут первое лицо попросило. Хорошо, я понял, делаем это максимально близко. Так, пацаны, защищаю вас. Прикольно, прикольно. Ребята, если вы хотите, чтобы мы чаще записывали GTA-шку, ставьте 2000 лайков, и мы сразу запишем что-то новое. Можете даже написать, что нам снять. Это полицейский участок? Да, это он. Это он. Так, как за адрес на 7 ментов? Давайте вот этого черепиздрика снимем. Ну что, давай как-то вставай здесь. Давай. Наверное, вовнутрь туда заезжай, и я буду их мочить. Вовнутрь двора. Так. Все, кто на машинах, выходим, давайте, погнали. Не-не, надо было вот туда все-таки, возле моста, туда съехать. Да, нас достану, не волнуйся. Все, вы застряли, Дима. А, мы застряли. Хорошо, мне и так пойдет. Мне никого не надо. Красавчик. Где вертолет вонючий? О, так я могу и высоко стрелять. Я слышу, где-то он есть. Все, я вас достал. О, молодец. Спасибо тебе. Вертолет пошел в жопу. Вертолёбус. Ха-ха, вертолёбус, точно. Сус. Дима, ты псих. Ты псих. Ой, меня убили. Как ты умер? Я не знаю, ну вот как-то так вот. До сих пор эта машина целая, нифига себе. Сколько у него хп? Ой, Долорин улетел, я не могу его найти. Вот это мясо, это ты, Серега? Да, это красавчик, красавчик. Блин, от первого лица жирно играть, мне нравится. Минус вертолет, Дима. О, я вижу, осколки падают. Давай, я смотрю, как ты это делаешь. Тихо, я Диму сейчас так замочу. Не, нормально, Серега. Friendly fire. Еще вертолет. Давай. Я не достаю, можешь вперед? Во, давай. Че один? Я вижу, падают осколки от него. Серега, ты красавчик. Да я хоть погашу их. Сколько звездочек? У меня все заполнены. Попробую вертолета. Надо как-то водителя снять. И сейчас всех огнем буду жахать. Давай, покажи. Сейчас тачка приедет. Все, улетел, очканул. Блин, это мы в канале устроили. Мне нравится. Ты по кому стреляешь? Вот он. Еще едет джип. Все, закончились патроны у меня. Ну че, пацаны, держите. Я им сейчас буду. Патроны купить. Дима закончились на ракетнице. Так надо, давай. Чтобы кто-то еще, может, прикатил еще какую-то есть тяжелая техника, пацанов. Я поджигать им жопу. Я выхожу. Можно на истребители прилететь и начать их тут фигачить. Я еще истребитель приведу. Давай, покажи вещи. Ай-яй-яй, жопа болит. Ну, блин, патронов нету. На РПГ. Нифига себе, там чел на КамАЗе. Дима. Ай, взорвали. Что за КамАЗ? Военный? Огненный. Ого! Его взорвали, да? Да, он не прокачанный. Я понял. А что он должен вообще делать? Он поджигает. Вертолеты, пацаны! Отлично, попадание. Так, надо оружие менять. Может, наемников вызвать, чтобы помогли нам? О, давай, есть у тебя такие что кабаны? Сейчас посмотрим. Так, поменяем. Есть, о, у меня есть. Калаш, что-нибудь поярче возьмем. Но нам пофиг. А ну и ты чё? Ты не уйдешь отсюда уже. Не, нету. Нема, да? Я бы мог призвать. А что надо сделать, чтобы их вызвать? А там уровень нужно прокачать. Пацаны, я обороняюсь хорошо, я держусь.
Я им прям на пыку настреливаю. Хорошая, хорошая атака. Мне в бочину прописали тебя. Ой-ой-ой, смотри, пыльсальтухи крутит. Самолет у меня. Хорош. Вы чё? Дима, я сейчас на таран поеду. К вам спецназ едет. Серега, помогайте, я один. Где ты? Сейчас буду. Я один, они идут ко мне. Держись, я еду. Есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Спасибо, кто приехал. Серега, спасибо, ты прям по ним проехал. Ой, РПГ полетели, молодцы пацаны. Блин, чувствуется прям поддержка, что вы приехали помогать. Мочим всех. Сколько нас человек играет? У нас играет 7 человек. Дима, я сейчас с кольта буду вертолет мочить. Давай. А что у тебя, мощнецкая что-то есть? Ну это кольт, он как снайперская винтовка. Так, понял. Так. Дим, смотри в небо. Я на истребителе летаю. Давай, а где ты? Тебя не вижу. Вон он. Вот он, засранец. Слышу. Но не вижу. Где-то он там заблудился в небе. А я прям над полицейским участком. Серега, а кольца два раза мочит? В голову, да. Кстати, вот это хорошая точка, где мы сейчас, Серега, находимся. Если не перепрыгивать туда, у них только один заход к нам. Там, где ты заехал. Так я его перекрыл, по сути. Ты молодец, Серега, ты красавчик. Ты куда пошел? Серега, давай, наказываем их. Хорош. Красавчик. Блин, хоть постреляюсь. Я закажу боеприпасы у Мэри Вест. Серега, мы еще хорошо держимся, да? Да. Еще через 40 секунд танк призову. Давай. О, я вижу. Зубр прилетел. Ракеты... Ой, красиво. Слышь, ты молодец. А, вертик. Еще один. Слишком близко. Ой, я вижу, они не успевают прицелиться просто. Слышь, к нам приближаются, пацаны, будьте внимательны. Не успеют. Так, Серега, мы с тобой молодцы. У меня 4 звезды. У тебя сколько, Сережка? У меня? Да. Ого, фигачит. А сколько у тебя ракет? О, ой-ой-ой. На истребителе вроде бесконечно. Там на некоторых есть пойдет, а просто старый. Сейчас новая волна должна быть. Ой, хорош. Слышь, по мне кто-то строчит. А, молодца, ты его снял. Бу, вот это класс, на машину упал. Слышь, ты по кому там стреляешь, тварь? Ой-ой-ой, это ты его? Да. По ногам. Расстрелял. Серега, там спецназ. Вижу. Блин, он идет к нам. Серега, жди, сейчас будет к тебе идти. Получается? Хорош. Серега, вот так прикольно со стороны залили, как ты строчишь. Что у тебя за пулемет такой? Это обычная ямочка. Есть. Ой-ой-ой-ой, ты его поджег. Блин, бесконечные патроны, ты читер. Что со мной? Так, у меня есть гранаты? Серега, у меня есть гранаты. Хорош. И газовые есть. Я С4 поставлю сейчас. Давай, Серега, я смотрю, как ты побежал. Я тебя буду прикрывать. Все, я сейчас сдохну, надо бежать. Быстрей. Все, короче, прячемся, ждем пусть побольше. Да, давай, подождем, прям подпустим их. А, танк приехал! Взорвали мы его, С4, Дима. Ничего страшного. Ой-ой-ой, вы что там творите, беспредельщики? Кто там, кто? О, ай, в голову, представляешь, прилетело прям в щеку. Тоже. Моментальная смерть в голову. Блин, дайте на танке покататься, пацаны. Ой, машина телепортировалась. Блин, хочу на танке прокатиться. Где Дима еще там? Я иду. Ой, тут в канале творится. Вы что тут сделали? Вы GTA 5 поломали. Иди. Я иду. А можно ездить и стрелять? Да. Воу, это вообще эпик. Подожди, я могу сесть тоже? Давай, Серега, садись ко мне тоже. Пулемет, я хочу сесть. Давай. Все, я за пулемет вроде бы сел. Все, давайте по городу немножко поедем. Вы готовы? Все сели? Давай. Я вот с воздуха поднимаю. Давай, прикрытие с воздуха. Едем, короче, потихоньку. 3 звезды есть. 4. Ой, красиво, блин, сдалека прям фигачить. Вот это мы убийцы с тобой. Блин, не ту кнопку нажал. Дурачок. Стойте, нормально все четко. Сейчас на полицейской тачке. Случайно.
Я прикрываю, Дима. Блин, я прям давлю гусеницами. Эпик, машина разлетелась просто. Нельзя здесь ходить никому. Ой, летит, летит, летит. Бочком наваливаешь. Красиво. Вертолет. Я им займусь, Дима. Мы прямо сейчас тут в поле станем и просто и будем наказывать. Это площадка для нас. Серега, это площадка убийств. Ой-ой-ой, мы там своих, да, и чужих всех фигачим, да, Серега, кого видим? Блин, истребитель с воздуха, молодец, прикрывает нас. Нифига себе, они прям едут к нам, самоубийцы такие. Отчаянные, мне нравится. О, еще один. Я занимаюсь пистолетом. Так, короче, если в следующей серии мы будем атаковать базу военную, то мы возьмем вот эти танки, да, и сможем жестко своровать самолеты и все остальное, да? Просто у нас во второй раз не было танков. О, они нам среди дорогу перегородили даже, нифига себе. Я хочу переехать, да, я перееду просто. Дураки, что ли? Я на танке. Психи. Хи-хи-хи-хи, прощай. Блин, прикольный графончик, такой закат. Мочим копов под закат. Ой-ой-ой. Ой, блин, по своему стрельно случайно. А, у него броневик. Да? Все, что шевелится. Блин, что-то слабо, да, для 5 звезд, Серега? Есть такое. Если мы были на военке, наши были бы танки и пилки. Блин, против танка бы повоевать. Я бы хотел их не танки поворовать. Но мне кажется, этот лучше у нас, чем их. У нас намного лучше. Да. Да, поярче это, будет. Это из судного дня он намного. Это самый новый танк, который есть. Самый... Только что у них тут копов, и их тут раз уже мочить. Мы уже, видимо, половину полицейских убили в этом городе, Дим. Зубар, а если я по тебе стрельну с танка, ты умрешь? Не надо. Я ухожу. Чё? Бля, ты его сбил, Дима. Да? Нет, не сбил. Да, он падает, вот. Падает. Он не умирает. Не знаю, что-то самолет не хочет взрываться твой. Эй, самолет. Короче, хочу сказать одно, что эти танки, эти машины, ну, в онлайне, мне кажется, это немножко читерски. Вот сколько надо выстрелов в этот танк, чтобы его уничтожить? Это просто нереально. Сколько, интересно, я продержусь, когда я выйду с танка? О, я вовнутрь здания бегу, пацаны. Блин, они прям вовнутрь заехали, твари. А, стреляют. Беги, 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 беги. Отлично, отлично. Пацаны, прикрывайте. А, Дим, готовить есть это специальные костюмы. Так. Они помогают защищаться от пуль. Да? Они 100 тысяч там стоят. Нифига себе костюмы. Я поднимаюсь наверх. Я не знаю, сколько я пробегу, но я буду максимально... Слышь, меня не видят, потеряли зрение мое. Все, вертолет увидел. Иди в танк, пожалуйста. Ага, спасибо. Сейчас я сяду. Чего, убили? Да. А меня тоже убили. Пацаны, я заныкался. Сейчас еще... Все, потеряли из вида. Представьте, я сейчас оторвусь. Дима, ждем, ты, ждем, ждем. Парковке? Да, я на парковке. В таком месте, Дима, где реально меня не видит никто. Дима, мечтать не вредно. Чего? Меня не увидят. Увидят. Вертолет. Нет, а я в таком месте, где вертолет меня не видит. Дим, хочешь прикол? Не надо, только не убивай. О, ё-моё, они пришли. По твою душу? Да, они здесь. Перезарядимся заранее. Дим, смотри, что у меня есть. Я ещё сомневаюсь. Блин, сейчас будет мясо там. Сейчас будет мясо, они все идут. Уничтожили. Где мой самолет уничтожили в конце концов? Да, взорвался? Мне пришло уведомление, то, что он был уничтожен. Ой, это наши, блин! Что ж вы меня пугаете? Ха-ха, я уже по всем фигачу. Вадим, сверху вылетит вертолет где-то. Так, хорошее место. Отлично, расстреляйшн. А тут вообще классный обзор, давай, просто отличнейший. Так, может, все-таки от копов я оторвусь, а ну давайте себе опять тут постою. Меня никто не видит. Блин, пацаны, вы где? Серега, ты где? Я внизу, я не могу к вам проехать на танке. А ты на танке хочешь проехать? Нифига себе, ты псих. Я такой шизик, Дима.
что думаю. О, машина с пулеметом, неплохо. Есть. А, правая кнопка. Ну чё, пацаны? Я знаю, как ты можешь заехать. Это дуло. Отлично. Можно управлять, то есть ты можешь этим дулом как-то зацепиться и залететь туда. Если понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Ты